Сейчас вы видите обычный рисунок яйца. А что, если мы попробуем оживить его? Так гораздо лучше. Артеш большие молодцы. Но все же мы не знаем, кто находится внутри. Давайте посмотрим, что получится у мастерской, если немного подождать. Работа начинается с создания 3D-модели. После согласования с заказчиком за дело берутся наши мастера. И тут начинается магия. Приятного просмотра! Shelter you, but with the beast inside, there's nowhere.